мне, говорит, ой, мы с тобой газет сколько не читаем. А ты гляди, вот эти газеты, что бесплатно у ящик почтовый кладут, так я бесплатно и выкидываю. А тут газету нашла на скамейке, кто оставил. Ой, чего пишут? Сплошь про досуг. Досуг Маша. Досуг Ксюша. Досуг сказка Востока. Это что ж выходит, сказку тебе рассказывают, и все ж плати. Или пишут, досуг веселые девчонки. Ржут, небось, как дуры, и все. Ой, Петровна, вспомнив нашу-то молодость, какой досуг был. Ой! Бег в мешках! Шара! На баяне играй! Вот пора нам с тобой за дело браться. Ты ж, Петровна, лет 10 Снегурочкой была, правда? Лет 20 бабой егой на метле скакала. Я еще и зайчиком побегаечком была. О! И на баяне одним пальцем умеешь чижика-пыжика, правда я, правда? Ну, вот чем мы с тобой хуже каких малолетних писюх? Все, давай садись, пиши объявление, я тебе диктовать стану. Пиши! Досуг! Пиши дешево. Пиши профессионалки. Пиши круглосуточно. Все равно у нас с тобой бессонница. А дальше давай списывай, что у других написано. Пиши русские красавицы, хохотушки, 100% кайфа. Писали объявление, отнесли уже и забыли-то про него. Вдруг звонок. По телефону голос такой на веселе мужской. Ведь объявление про досуг давали-давали. Сколько стоит? Я говорю, 200 рублей в час. Ой, сколько? Я говорю, 100. А Петровна, торгуйся. Я 100 рублей в час, но тогда, чтобы не меньше 5 часов. Ой, хотя я столько не смогу. Разве только с Виагрой. Я Петровне с Виагрой просится. Она нехай идет, четвером веселей будет. Я говорю, можно с Виагрой. Ой, а какая у вас программа? Я говорю, да уж не хуже, чем у других. Начнем с простых игр, с настольных. О, ведь на столе это круто. А что-нибудь экзотическое у вас имеется? Я говорю, Петру, не экзотику требуйте, она ли сделаем. Он у тебя в вазе павлини перья торчат. Гирлянду на тебе елочную нацепим. Ну, у меня балалайка, тюбетейка. Чем не экзотика? Нарядимся. Я говорю, экзотика будет. Он ведь понял. Диктую адрес. Мы продиктовали адрес. Сидим, ждем. Дверь открыли и свет выключили. Чтоб сюрприз был. Через полчаса вваливается. Девочки, ау! В комнату зашел, тут Петровна как закричит: елочка, зажгись! И мы свет врубили. Мужчин прямо обалдел. Представляете, я в гирлянде елочной растопырилась. Лампочками, перьем, павлиньем переливаюсь. Петровна в балалайке с тюбетейкой. Там-тарадарам, пам-пам, здрасте. Я, мужчина, раздевайтесь быстрее. Он в пальто вцепил, за глаза вылупил. А девочки где? Я, шо ж мы на юношей похожи? У тебя русские красавицы. Я, шо ж мы уродины такие заморские? Он прямо
обалдел. Присел на гирлянду. У меня гирлянду закоротило. Я кричу: срывай с меня все. Я вся горю. Петровна ржет, как сумасшедший. Ой. А мужчина, что он под шумок-то уполз? Потом, когда Петровна, когда в больницу ко мне приходила, говорил, чтобы мы таким поганым мужикам, который женщину даже обесточить не мог, культурный досуг организовывали. Да ни за что. Лучше пойдем к Абдуле на рынок. Из осетинского сыра дорогой импортный делать. Как? Пальцем дырки в нем ковырять. Конечно, зарплата небольшая. И к вечеру пальцы скрюченные. Зато работа спокойная.